Ума два одинаковых яблока, три одинаковых груши и четыре одинаковых апельсина. Пока все понятно? Ну, конечно. Два яблока. Одинаковых. Она выкладывает эти фрукты в ряд. И в первый день дает ребенку первый из полученных, потом второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Ну сколько таких вариантов? Нет. Сколькими способами она может уложить 9 фруктов в ряд? У мамы 2 яблока, 3 груши, 4 апельсина. Каждый день, 9 дней подряд, она дает ребенку один из... Каждый день, в течение 5 дней подряд, она дает ребенку один из фруктов. Какими способами она это может сделать? 9 Вперед. Еще все поймете. И все фрукты были разные, ну то есть 2 разных яблока, 3 разных груши, 4 разных апельсина, то у нас было бы 9 футерал в яблоке. Понятно? Да. Но так как фрукты одинаковые, то мы должны, то мы в каждой ситуации можем как бы поменять 2 яблока местами и 3 груши. Это ничего не изменится. Да, и тогда нужно поделить на количество возможных перестановок яблок, груш, конечно. Конечно. Чем отличаются яблоки от букв Я? Чем отличаются груши от букв Г? Апельсины от букв А? У нас есть просто слово такое. Я-я, Г-г-г, А-а-а-а. Вопрос, сколько из него можно получить перестановок? Вот столько. 9 факториалов разделить на 2 факториала, еще разделить на 3 факториала, еще разделить на 4.